Привет всем! Хочу представить каталог невероятных автотоваров из Китая. Низкие цены, быстрая доставка. Также хочу порекомендовать посмотреть мое видео «Причина повышенного расхода топлива. Большой расход». Ссылку на видео оставлю внизу. Итак, поехали и смотрим о ништяке из Китая. Ссылку на товары внизу под видео. Насос автомобильный, портативный электрический. Регистратор автомобиля, камера для парковки, ночное видение и даже есть Wi-Fi. Система контроля давления в шинах. Автомобильный jump starter с USB-портами для зарядки телефона. Воздухоочиститель, ионизатор, автомобильный распылитель. Водяной пистолет высокого давления. Автомобильная мойка. Освежитель воздуха для автомобиля. Автомобильная карточка с телефонным номером для временной парковки.
органайзер для автомобильных сидений, кожаная, автомобильный ящик для вещей. Предупреждающий светодиод для автомобиля при открывании дверей. Автомобильное беспроводное зарядное устройство. Камера наблюдения. 3D-парковочная система. Автомобильный очиститель воздуха, ионизатор, авто-USB для зарядки. Электронасос для шин беспроводной. Видвижной радио, сенсорный экран, автомобильный GPS-навигация, видео и многое еще. Автомобильный стереоплеер, радио, поддержка заднего вида и видео. Все вместе. Автомобильный диагностический сканер ОБД-2.